В День Республики открываются не только социальные объекты. Сегодня ввели в строй новую линию на кондитерской фабрике «Аконт». Подробности у Дмитрия Ковалева. Кондитерская промышленность республики демонстрирует определенные успехи. На этой фабрике с открытием новой линии в разы увеличится объем производства шоколадных конфет. На реализацию инвестиционного проекта фабрика затратила порядка 250 миллионов рублей. Мощности этой линии позволяют выпускать более 40 тонн кондитерской продукции в год. С ее открытием были созданы и новые рабочие места. Конечно, мы и свою цель тоже преследуем. Главной целью, конечно, у нас является увеличение мощности предприятия, увеличение экономической и такой конкурентной возможности предприятия на кондитерском рынке России. А тем более, вы знаете, мы уже десяток лет являемся одним из крупных экспортеров в России по кондитерским изделиям и по промышленности Чувашской республики. Нам это нужно, нам это необходимо. Маркетологи предприятия продолжают изучать потребности иностранных рынков. Экспорт чувашской продукции увеличивается в геометрической прогрессии. Местные конфеты известны далеко за пределами страны, в Европе, США и Китае. Эта продукция будет продаваться за пределы Российской Федерации, на экспорт, это очень важно. Вчера, общаясь с японцами, с китайцами, с официальной делегацией Ирана, Индонезии, Палестины, с разными странами Евросоюза, я убедился в том, ваши конфеты потребляют, оказывается, очень и очень многие страны. Ну а главными дегустаторами произведенной на новой линии конфет стали школьники. Ребят пригласили и на экскурсию по фабричным цехам. Им показали всю цепочку производства конфет. Юные эксперты сделали свой вывод. У них вкус прям по-настоящему шоколадный. Они производят все натурально. Натуральное молоко, натуральный шоколад. Это и все это вообще чувствуется. И ты просто, когда берешь рот, оно просто прям тает. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.